Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Энди, Файк, Лэнс, Фрэш, на секундочку, Варпач. Сегодня у нас гонки в GTA 5 онлайн. Чё, кого, бро? Привет, подписчики! Всем здорово, ребята! Бля, я прям пачек залетел, пацаны, прям бабочка прыгнул. Блин, больно на ноге. Вообще-то у нас сегодня, ребята, гонки, да, но пока у нас это олимпийский забег, чтобы вы все понимали, пацаны, да? Олимпийский забег. Вот, да. Сейчас у кого-то должно быть пламя в руках, понимаете, да, пацаны? Бежим, пока что бежим. Могу петуха. А где машина? У меня, Блядь, охуенно. Сисечкой, бомбочкой! Так, и чё, и где я? Так, она чё? О, новая Бугатти! Ну давайте, пацаны, поехали. Наконец-таки, новые автомобили, ребята. Да куда же вы все едете? Мы все копим на Бугатти. Короче, ребят, вы все в комментах писали после того, что наше обновление, чтобы мы обязательно сняли ролик по гоночкам на новых тачках. Поэтому, ребята, сегодня, собственно говоря, вы смотрите это видео, поэтому за это нужно, конечно же, поставить лайк. И нужно обязательно поставить лайк, ребята, за Кирилла, который наконец-таки с нами. Да, сука, ты тварь, что ли? А что, он был не с нами, что ли? Олег, я записывал ролики в Америке. Он всегда был со мной. Он был всегда в наших сердцах. В сердечке. Да, грёбаный, сука, я уже забыл, как вот это вот. Нифига себе, здесь телепорт огромный, пацаны, он тут зафейлит просто. Это невозможно просто, мне кажется. Ой, Андрюшенька, ой, а это еще одна машинка новая. Так, аккуратненько. Какая? А это у меня был на ней. Да в смысле, Андрей, ты сам въехал туда? Миллиард, ты меня развернул. Чего? Где я тебя разворачивал? Начинается. Я скучал по гонкам. Олег, мы сейчас несем. Я, если честно, скучал по гонкам, потому что реально прошло недели уже целые после того, как вышел автомобиль. Не-не-не, мы сейчас все сделаем вместе. Да ты, Серёга, а что за тайминги такие? О, уже догнал, ребят. Успею. О, успел. Кирилл, сзади, успею. Понятно. Так, ты с этой стороны. Так, теперь с этой стороны. Не успел. Так, успею. Успел, на! Успел. Так, а это теперь на Бентли, пацаны. Стой. Нет, о, нифига себе, как засыл-то. Хорошо, ребята, хорошо. Бля. Так, а кто на каких позициях, да кстати, пацаны едет вообще? Я третий. Ой, блядь. В смысле, я пятый. Я второй, что? Это как? Я на какой? Так, ладно, здесь нужно будет просто притормозить. Я нигде пока. А, я седьмой, оказывается. Кирилл? 27, нормально. Вы меня успокоите, я что сделаю? Там реально было, типа, 3, 2, миллиардер, кофе. Миллиардер, кофе. Так, Паш, только не... Подожди, а ты где едешь? Подожди, это ты рядом? А, нет, это не так. Нет, это кофе. Ну вот стоило только на секунду отвлечься, просто на дороге и все, ребят. Одна шутка и все, и минус тачка, понимаешь? Так и работает. Не, ну Бентли, кстати, пацаны, мне вообще нравятся реально очень новые тачки. Ребят, обязательно напишите в комментариях, какая вам машина нравится больше всего из всех, на которых мы сегодня показались. Потому что, смотрите, у нас в одной гонке сразу все, по ходу, тачки будут. Здорово. Вау. Так, где? А машина заедет? Ага. А кто с нами в этом тюспике сидит? Сам себя не похвалишь, никто не похвалишь. А куда лететь-то? А-а-а! Вот так вот. Скажи, куда лететь? На. Так, тихо. Перевернись. На колеса. Небо за звездочкой. Так, тихо. Ой, не хорошо! Давай. А сколько чекпоинтов? Мы только половину гонки проехали, вы издеваетесь, да, что ли, а? Нет. Да, ну да, Андрюша, ой, какие издеватели! А что такое, Андрей? Андрей, что такое? Что не так? Скажи, пожалуйста. Да нет, читов не могу нормально играть. То же самое. Зато честно признался. Согласен. Ой, ну ладно, пацаны, привыкаем. Андрей, в сладких снах вспоминайте моменты, когда ты приезжал первый, второй, да хотя бы третий, а? Когда ты нажимал на волшебную кнопку. Да, я сгорел у тебя. Ой, ребята, никогда в жизни так не делал. Так, слушайте, вот эта машина интересная, конечно, интересная, да. Очень необычно выглядит, да. Вот такая вот, очень классная. Промчался. Блин, мне вот интересно, я смогу обогнать человека, который едет впереди или нет? Нет, это рефиорщик. Ты слабый, я говорю, что слабый, навряд. Да, погоди, Андрюша, подожди, стой. Не так, вижу, куда еду. Надо как-то... Вижу, куда еду. Прости, рефер! Оп. Это... О, понял, прикинь, что он делает? Ну я случайно, я не хотел. Я прям видел, как он столкнул. Он все равно первый едет, Олег, так что ничего. Олег вот таких путем первых мест добивается, понятно. Ясно. В смысле, я случайно подрезал. Ну или же читы, типа. Да я в бомбу там врезался, она меня откинула просто. Так, пацаны, держу курицу, тащим мы сейчас на самолете. Давай. Чего он все перетолкался сам перепал? Чувствую, сейчас будет финиш. Ох, чувствую, сейчас будет фильм. Чувствуешь? Да, серьезно, что ли? Там, короче, пацаны, с чекпоинтом проблема небольшая. И, походу, сейчас на этом месте сейчас все позафейлят. Да, Лев. Так, Макс. Ну, либо только ты. Ну, да ладно, Макс. Миллиардер, кофе. Серьезно, как? Тэпнись, говно. Давай, телепортируйся. Блять. В смысле? Да что за херня? Она не телепортируется, в смысле?
Давай, 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 давай. Ну все, криво нахуй. Давай, 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 телепортируй. Давай, да, телепортировался. Беги! Да вставай ты, беги! Ай, блин! О, кстати, о, ну о, спасибо! О, спасибо! Ну слушайте, не понял. А, это обманка, пацаны! Да, ну слушайте, на второе место. Я второй. Это хорошо. Да. А у нас вторая обманка! Я взял какую-то фигню на самом деле. И новые тачки у нас снова присутствуют, конечно же, на этой гонке. Желаю вам всем удачи! Ой, нас слишком много, по-моему, не все. И приятного просмотра. Это нужно сказать, да, очень вовремя. Но лучше да, поздно, чем да, никогда. Спасибо, спасибо, что толкаете. А кто поехал? Спасибо, спасибо. Я направо поехал. А, это Максим меня толкал. Я взял чеку, да? Я не нормально. Я поехал. Мне там подрезали. Я нормальный ровный пацан, я направо поехал. Миллиардер, кофе. Так, пацаны, а кто на кой? Я видел. А я вообще, знаете, на кой месте? Я 18 еду. I love you. Макс! I love you. I love you. I love you too, bro. Когда после того, как вернулся. Нам другое хотел. From America, ребята. Кстати, инстаграмчик, описание. Андрей. Пока, Кирилл. А что, я первый еду? Макс, в смысле, Андрей, ты едешь первый? Это началось. Я не отсутствовал. Что, Андрюшенька? Я еду первый, алло. Как, объясни. Это не херня, это херня, это херня. Вот это сейчас как произошло? Вот как вообще это произошло? Я еду первый, сука. Миллиардер кофе, скажи, пожалуйста. Пожалуйста, как Олег переводится сестра? Сестра? А там точно читы недоступны? Систер? Доступно. Так. Сестра. Сестра. В смысле? Так, я не понял, подожди, к чему вообще ты ведешь? А как сказать «я люблю сестру»? В смысле? Так, подожди, я пытаюсь понять подвох в этом. В чем подвох? Я не понимаю. Ну-ну. Так, ладно, ребят, сделайте вид, что вы этого не слышали, просто Паша ударился головой сегодня. Да не, Олег, скажи. I love. Не, ничего не буду говорить. А что ты? Ой-ой-ой-ой, что это за место? А почему ты не можешь сказать, что я люблю сестру? Я ничего не буду говорить такого, пацаны. Паша, на самом деле, очень-очень байт. Да, смотри, да что, блин, реально крутой байт. Не долетело-то, а? Охуенный байт, реально. Короче, пацаны, а знаете, кто это на последнем месте, пацаны? Как думаете? Сестра идет. Все правильно, все правильно. 21 место, пацаны, замечательно. Олег, это я хорошо. До сих пор первый. Олег, Олег, обычно не очко губит, так 11 туз. Что? А вот это вообще ты легендарный человек сказал. Чё, погоди, я ничего не понял, чё еще раз можешь повторить? Не очко обычно губит, так 11 туз, понял? Вот если честно, я в первый раз слышу это. Как 11 туз или что? Я не понимаю. Я просто, я не понимаю вообще, чё, пацаны. Они, Олег, не слушай их, они бредят. А Владимирский Централ хоть раз слышал? Ветер север, естественно. Ну так это оттуда же слова. А, ну тогда все, тогда понятно. Ну я просто легко песню не слышал никогда. Меня, к сожалению, пацаны, или к счастью, не интересует направление. Ставь лайк, если постоянно с батей шансон слушал в машине. Я тоже слышал. Это же Жиза. Не, я обычно слушаю. Так кто потрясает? Да, ты всякую ванильную фигню слушал. Чего вообще это бизнес-новости, пацаны? Бизнес. Бизнес-новости. Ставь удобно. Почему у меня кто-то не появился? Блять! Ну все, мое третье место плакало, блядь. Да? Ну бывает. Твоя жопа плакала. Плачь, детка, плачь. Так, Паша. АП прилетит, Паша, АП прилетит. Я не знаю, чья это песня. А кто эту песню, Паш, поет? I love. Что ты? Все, тихо, молчать, молчать. Все. Нифига себе, 200 IQ мув сейчас был, нифига себе! Я Олега обогнал, ебать. Так я, в смысле, я и так сзади ехал, Макс, я последний ехал, ты понимаешь? No. Это очень хорошо, что ты меня обогнал, понимаешь? Это очень хорошо. Но я еду 14, пацаны, но я, слушайте, я с последнего места, то есть там 21 позиция. Давай, была, Олег, кофе, ехай. Я еду 14, то есть это в принципе. Ехай, знаешь, неплохо, куда? Неплохо. Обгоню, обгоню! Меня вначале как потолкали, все, я уже не могу выбраться. Давай, 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 ай, и тачка говно. Так, пацаны, все пересели на Ауди, ва, где вещи? Аудюха, пацаны, топчик! Андрей, у меня ебало. Ну просто сасна, понимаете, просто сасна вот такая вот машинка. Ну все, пацаны, полетели. Жду, когда добавят Шкоду Йети сюда. Макс, слушай, возможно, когда-нибудь это реально и произойдет, слушай. Будет на самом деле реально забавно. И Теслу, если мужик, добавят, я направо будет поеду. Круто. Блядь! Я 360 сделал. Ну понимаешь, что она не особо может быть. Я хочу тебя на 360. Олег, у нас там эксперт, давайте. Андрюша. Те остальные? Олег, у нас не шарит. Тихо-тихо-тихо. Андрей, давай только без подрезания, я тебя прошу. Надо подрезать. Так Андрей. Коснешься меня, Олег, я тебя сразу подрезу. Андрей, я упаду на тебя сейчас. Идиот, я развернулся. Да блядь! Андрей, ты думаешь, я это сделал специально, Андрей, что ли? Андрей, ты думаешь, я это сделал. Так, ну слушай, ну этот Поршик надо обгонять. Да куда ты? Чё делаешь? Так, спокойно. Андрюша, ты там особо не гони, хорошо?
Так, пацаны, ну не толкаться, ёшкин-макарёшкин-то. Ну не, ну только не парковка. Я не люблю такие места. Сейчас спускаться по этой парковке будем полчаса, пацаны, отвечаю. Андрей, без твою за ногу. Так, Андрей, без ёб твою. Вот люди, я не вижу, почему все врезаются, видят же стену, сука. Нет, все летят. Ну куда, Андрей, ну да куда? Уйди, Олег. Ну куда? Да уйди, ты сам меня. Да что, да я задницы. Ух ты, за это не форсаж, Олег, это не форсаж. Это не форсаж, ясно? Да блядь. Да что, Андрей? Да отвали ты, Андрей. Блядь. Андрей, ну что? Да потому что совсем припизнутый. Андрей, ты не мог по-человечески спуститься вниз, а? Да без припизнутый. Тебя обязательно нужно. Куда ты дел тебя? В смысле? Андрей. Олег, это я читами все. Это что за 200 IQ мув только что, Андрей же был, а? Какой мюму, блядь, да, это у меня VPN подлагал. Да, человек, ребят, хотя, понимаете, в GTA теперь вот у многих есть проблемы после последнего. Ни у кого нету проблем. Нету проблем. У меня нету проблем. У многих есть. У многих такая фигня есть. Только у тебя. В смысле, у Паши была, у меня была, у Ильи, у подписчиков. Да, у меня нету проблем. Ничего не знаю, пацаны, но у меня другая информация. У меня просто хороший. Пацаны, у меня другая совершенно информация, понимаете? Вот, видишь, Сережа пишет, у подписчиков до сих пор. В смысле, у подписчиков, у тебя, Паш, у тебя, Паш, такая же фигня. А где ты черпал ее? Где источники вообще? Андрей сам добывал, понимаешь? Сам брал интервью, спрашивал, понимаешь? В горячих источниках добывал, копал. Так, Андрей, ты если думаешь, что ты это обгонишь, даже не думай, понимаешь? Я тебя вижу, Андрей, даже не мечтай. Нет. Не-не-не-не-не, Андрюша. Я вижу твою попку, она меня очень интересует. Андрюша, не для себя, понимаешь, ягод красава. А, ну то бишь ты не против кому-нибудь из нас. Что? Ну хватит, пацаны. Странное предложение. Обожаю, когда ты скажешь что-нибудь. Для кого тогда росла-то? Обожаю, когда ты что-нибудь скажешь, начинаешь протираться словам. Бля, ну Кирилл, не долби меня в жопу, ну бля. На, не долби. Что? На, Кирилл. Макс! Вот, вот сейчас, вот ладно, если тогда я тебе поверил, что ты не специально. О, вот сейчас, Паша, ты сделал это специально. Да. Паша, ты не хочешь на тормоз нажать на секунду? Это пинг. Да, конечно. Все, я давай. Понял, Макс. Я понял. Вот не, ну серьезно, Паш, ну слушай, смотри, я еду второй, ты первый, да? Я это третий. Неправильно, понимаешь, должно быть все наоборот. Паша, третьим должен быть ты. Андрюша на втором, а я на первом. Услышал, ребят, услышал, все хорошо. Ну, пожалуйста. Ну, что ты начинаешь, что? Так, я притормозил, я еду. О-о-о! Там перед финишом опять бачком, Олегу. Андрей же чуть не вылетел! Нет, я не вылечу, Олег, все нормально. Ну смотри, давай. Я не лох, в отличие. В смысле, в отличие от кого? Ты на третьем едешь, а я на втором. Не, ну тут финишная прямая, ну так не делай. Ну ладно, я согласен, ладно, на третье место. О, Паша, спасибо. А Паша пропустил, Паш красавчик, молодец, спасибо. О, хер, Кирилл меня обогнал. Ну что, Олежек, ты готов к последней? Не, Олежек, Олег Кофе, Кирилл Варпач, Максим Фреш и Андрей Индифай. Конечно, готов, пацаны, я взял фурму, и что это вообще такое? Какой-то болит, короче, вот, на нем менять. И, короче, говорит, что у него какие-то проблемы, что-то там. У кого какие проблемы, не понял? У сестры говорит, что-то ей надо. Так, Паша! Хватит! Мне кажется, люди просто не понимают. А что такого-то, Олег, у тебя травма, что ли? Да потому что никто не понимает, только вы понимаете, о чем вы говорите, понимаете? У тебя травма, что ли, какая-то? У вас там свой локальный какой-то юмор, понимаешь, и все. Сейчас фейспалм будет. Вот реально, вот ребят, кто не понимает, про что они говорят, пожалуйста, напишите в комментариях. Лайк ставьте лучше. Все принимают. Не принимают? Не понимают. Да Андрей, ты... Да у меня, Олег, машина такая. Да блин, ты какая? Что это вообще? Ты такая. Ты такой просто, понимаешь? Я-то что? Ты сел специально подрезал. Вот я прям видел. Я прям заснял. Ай, улетел. Андрей, знаешь, кто ты? Слушайте, это машина рампа, реально. Это кто? Просто машина рампа, понимаете? Я могу просто, понимаете, ехать и все. Прэйч! Да ну куда, ну чё? Скажи грамм! Да, Олег! Да, Олег, да уйди! Как меня это бесит! Пацаны, я еду 21-й! Я не могу нормально ехать, когда столько людей! Просто пипец какой-то, это кошмар. Да ну что, ну куда, ну вот что это на дороге происходит? Почему никто не может ехать адекватно? А этот болид для поворотов, да, я так понимаю? Ну, слушай, сейчас отдай еще. Сейчас кто болит? Кто болит? Кстати, нормально, поворот хорошо. Ну спасибо, сука, дурачок. Слушай, я почти на полной скорости вообще круто зашел. Надо нормально. Ну давайте, все. 18-й поворот. Ой, что я сказал? Кирилл, болит, это там болит. А у кого болит, тот о том и говорит. А нам сейчас Олег тоже сказал. Что я сказал? Я сказал болит Д. Так надо выделять букву Д, а не болит. Так ни у кого ничего не болит. У тебя ничего не болит, значит, Кирилл, да? Ничего не болит, нет. У него боку что-то колет. Так, вот. Пацаны, что? Что? Андрюш, тебе гребешок не натирал? О, боже. Гребешок, блядь. Слушайте, кстати, машинка хорошая, она для поворотов прям создана, отвечаю.
Я еду уже 14, я уже 7 позиций. Олег просил меньше мата. Я не матерю. Я уже 7 позиций, понимаете, пацаны, отбил. Очень хорошая машинка. О, 13 еду. Найс, найс. Дай бог, чтобы это было единственное, что ты отбил. Что? Что, брат? А как деньги в казино? Я сегодня, пацаны, чемодан в азартные игры не играем. Ребят, что вы понимали, ну про что, если кто не понял, про что я говорю, заходите в инстаграм, посмотрите историю, короче, вот, да. Ну что ж, дорогие друзья, вот и наши гоночки подошли к концу. Я надеюсь, что они вам понравились. На новых тачках это все реально было очень круто. И я надеюсь, что вы это оценили. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофи, Хэллоуин, Сварпач, Фрэш, Антифай. Всем до скорой встречи, друзья. И не забывайте подписываться, ставить лайки. До скорой встречи, всем пока-пока. Пока, ребята, F9. Пока, друзья.